Друзья, всем привет! Сегодня мы едем в одно очень интересное место, на грязевые вулканы, которые находятся в Крымском районе, недалеко от станицы Варениковской. Дорога у нас будет идти на Курчанку, Светлый путь, а затем мы будем поворачивать на Варениковскую. Дорогой постоянно встречаются вот такие вот ярмарки. Посмотрите, сколько всего вкусного сейчас продают. Арбузы, дыни, орехов сколько висит, лук крымский, помидорки. На каждом углу по всему району, особенно если вы едете со стороны Крыма, то там вся дорога просто усыпана такими ярмарками. Ну все, как всегда, по традиции летом перед Светлым путем и Курчанской мы встаем в большую пробку. Вот оно все красное. Выехали наконец-то из пробки, впереди Варениковская. Вдали уже виднеются горы, в стороне как раз Анапы. Въезжаем в Варениковскую, Крымский район. Продают, смотрите, около домов фрукты, овощи. Очень это распространено на юге. Именно вот бабушки сидят около дороги и на стульчиках, на лавочках продают что-то со своих огородов. Вот они, бабульки, которые продают у дороги. А вот и первый указатель на Шуго. Написано: действующий грязевой вулкан Шуго, купание в грязи, а также конные прогулки и рыбалка. Ух, едем туда. Шуго. Режим работы с 9 утра до 7 вечера. Без перерыва и выходных. Ну что, направляемся? Ну, впереди какая-то, видимо, конная ферма. Что такое? Что кони на входе. А мы по указателям едем. Здесь природа уже совсем другая. Здесь, видите, гораздо больше деревьев, нежели в Темрюкском районе. Какие тут леса! Круто! Как в сказке. Интересная, конечно, дорога, да, к вулкану. Такому прям дремучему лесу. Мы доехали до Шуго. Кстати, обратите внимание, что здесь есть вот такая вот стоянка перед входом, где мы оставляем свою машину и пойдем сейчас на территорию вулкана. Как я и говорила, режим работы вот такой вот. Вход на территорию 400 рублей с человека, и дети до 5 лет бесплатно. И в стоимость входит автостоянка, пользование туалетами, раздевалками, душевыми кабинами, водой. Вот. Посмотрим, пойдемте. Так как у меня опыт купания в грязевых вулканах есть, поэтому я, конечно же, надела шлепки резиновые, потому что обувь замарается еще как. Берем вещи и идем. На входе нам парень объяснил очень здорово все, что у них есть на территории. И сейчас как раз пойдем смотреть. Здесь, кажется, даже дегустация есть. Такая кафешка. Справа кафе «Лесное подворье». Тут дегустация варенья, можно купить. О, давай посмотрим. Чаи разные, фиточаи. Вот это,
И мед. Разный мед. Ложку приготовил. Витя, ты сильно занят, Витя. Можно попробовать и, что понравится, купить. Вот она, дегустация. К самим вулканам ведет вот такая вот лестница. И, как вы видели, дорогу я вам показывала, что вулкан находится в лесу. Это очень красиво. Туалеты на территории есть. Не дорого, я тоже это слышу. Здравствуйте. Раздевалки и души. Давайте сначала осмотрим территорию, что здесь вообще есть. Здесь, смотрите, даже есть горки, по которым можно скатываться вниз, вот в такую вот грязюку. Все фотографируются. Да. Как нам сказали, сначала нужно набрать ведро грязи, вылить, а потом только скатываться с этой горки. О, ванночки такие. Видимо, вот это вот все жерло и выход грязи в разных местах. Но в основном люди тусуются все-таки там, где горка. Вот она, грязь. Да, жерло. Точно. Посмотри, она такая густая. Там тоже. Пойдем туда. А виды, знаешь, такие вот лунные. Безжизненная земля, высохшая. Вокруг лес. Да. Земля-то вот какая, глина потрескавшаяся. Трещины размером с палец. У меня уже большой опыт купания в вулканах. Да вообще я уже посетила практически все действующие вулканы на Таманском полуострове. Даже в Крыму уже была на вулканах. И добралась до Крымского района. Вот так, надо все исследовать на себе. Да вот она везде булькает. Ох! Вот это да! Ну давай по очереди посмотрим. А, ну это все заканчивается, видишь? Ну да. Вокруг. Самое облагороженное место, где я была, это был Тиздар на Азовском море в Зародину. Вот там. Там было шикарно. Так вот это где булькает. Вот подождешь иди. В разных местах булькает. Подожди. Сейчас подождем. Вообще, так неожиданно. Даже пугающе, потому что ты не знаешь, какой момент оно наружу все. А здесь уже побольше даже пузырьки. Здесь и вот там вот. Ну к ним, конечно, близко не подойдешь, весь в грязи будешь. Хотя чего нам сейчас бояться? Мы сейчас с головы до ног будем все грязные. Но пока у нас экскурсия обзорная, осмотр вулкана. Вот так вот здесь, на Шуго. Вот у меня всегда было недопонимание. В Темрюкском районе очень много вулканов, и именно с Анапы возят туда к нам туристов. Но везде говорят, что грязевые вулканы Анапа, Лотосовое озеро Анапа, хотя все на самом-то деле находится у нас на Таманском полуострове.
почему-то говорят, и в итоге Анапе приписывают все наши достопримечательности, потому что про наш район никто не знает. И говорят, что Анапа, Анапа, да не Анапа это, не Анапа. Это Крымский район, там Темрюкский район, но не Анапа, никак не Анапа. Напишите в комментариях, хотели бы вы искупаться вот в такой грязи. Моя ошибка, что я сегодня не взяла резинку для волос, поэтому мои волосы все будут грязные. Но я сегодня в старом купальнике, потому что грязь все равно, ну так, тяжеловато отмывается. Хотя я в этом купальнике уже много раз купалась в грязи, и он нормальный. Но почему-то все постоянно говорят, что после грязи все можно сразу выкидывать. Ничего подобного. О, посмотрите, как сейчас люди будут съезжать с горки. Там детки плавают. Ну там кто-то вон плавает. Ты еще раз? Давай, Богдан, сюда надо подливать этого, жижи. Давай. Слышишь, говорю? Да. Надо жижи подливать, а то не поедет. Вон ведро стоит. Сейчас проплывет вон коробку сразу, которую я. Офигеть! Так смешно наблюдать за людьми, которые в грязи. Ой, не могу просто. Проверяйте, где дом. Его нет. Нету? Нет. Должен быть. Жерло вулкана, может быть, там даже много километров. Папа! Она держит на носу. Папа! У меня уже просто опыт купания в них. Папа, я надоел! Тут еще очень густо. Ой. А не, ну я чувствую, что там стало гуще, в принципе, ногами я стою. Я стою ногами вот так. Да, только, наверное, выбраться отсюда, не замарав руки, невозможно. Это там надо вылазить. Папа! Смотри-ка, даже не замарав руки. Это полезешь? Надо ж еще этого пробовать. Конечно. Ближе даже. Ой, а тут она вообще жидкая. Жидкая. Здесь она очень жидкая. Значит, это густая, это густая, а это жидкая. Что? Все, руки замараны. А не, она не глубокая. Все. Это так весело. Такое ощущение вот именно невесомости. Я сейчас как йога парю, но, конечно, мои ноги не видны. Самое веселое это будет с горки. Прикольно. Она такая прохладненькая. В жару как раз. Ой.
Что, попробую вылезти? Так как сейчас очень жарко, даже не холодно. Я просто помню, когда мы были в Кучугурах и спускались к морю, то холодный ветер дул, и так, знаете, холодно было в грязи, а сейчас, блин, очень жарко. Мне кажется, что когда я ехала, я с открытым ртом ехала, потому что у меня на губах все. Но это очень весело, конечно, но попу немного больно, конечно. А так круто. В невесомости. Интересно, конечно. А если там сейчас пойду уже споласкиваться. Там специальный есть вход. Там души. Да, кстати, даже есть душеко. С такой огромной лейкой тебя будут поливать. Это круто, что сказать. Это прикольно, это чувство невесомости. И ты чувствуешь себя действительно ребенком, барахтаешься в этой грязи. В общем, море положительных эмоций. Я вот уже, как вы видите, помылась. Ну, я так, чисто сполоснулась, чтобы прийти хоть камеру взять. Вот, так что сейчас мы пойдем дальше барахтаться в грязи. Надеюсь, вам понравилось это видео. Это классное место, приезжать на грязевые вулканы, потому что это что-то новое. Обязательно нужно за ваш отпуск съездить на какой-нибудь из вулканов.